Всем привет, меня зовут Станислав Орехов, я руководитель системной студии дизайна, мы делаем квартиры и дома для частных клиентов. И сегодня у нас в гостях Вадим Васильев, он приехал, это мой старый знакомый, у него тоже свое агентство, и он работает с юридическими лицами. Точно, мое агентство, которое называется New Today, работает только с юриками. Мы создаем все, что нужно девелоперу для того, чтобы продавать квартиры, от консалтинга до креатива и продакшена. Мы сошлись в одном, сидели, пили чай и обсудили, как работают наши бизнесы, и мы хотим сказать, что удаленная работа в формате, когда у тебя есть проект и ты его делегируешь своим помощникам и сотрудникам, это самый выгодный формат. Абсолютно точно. Никакого офиса, никакого раздутого штата. Все работает удаленно. И так работает мое агентство уже больше 10 лет. Это позволяет получать больше денег, просто у тебя нет расходов на офис, на какие-то сопутствующие расходы. Ты можешь быть более конкурентоспособным на рынке и предоставлять клиенту максимальный сервис. Это очень выгодно. Абсолютно точно. Клиенту это тоже выгодно, потому что клиент не платит за твою организацию расходы, а у тебя больше времени. Но зарубились мы на самом деле по одной теме, мы поспорили все-таки, да, не подрались, но поспорили об одной истории. То есть я работаю юрики с... или физики. Я работаю с частниками, у меня есть свои аргументы. Вадим работает с юридическими лицами. Начну с себя. Почему частники? Потому что ты, когда работаешь с частником, ты сам как доктор диктуешь, как должно быть, как должен идти весь процесс, и человек тебя слушается. То есть если ты нормально объясняешь, то все происходит как ты хочешь. Никаких дедлайнов, никаких там сорванных сроков. Ты спокойно объясняешь, получаешь свои деньги и работаешь, не дергаясь. У тебя есть выходные. Но в крупных компаниях всегда интересные проекты. Всегда ты что-то можешь покреативить, придумать, сочинить. Там интересные бюджеты, там всегда тендеры, там всегда ты держишь себя в напряжении, потому что идет война с тобой и твоими конкурентами. Но вознаграждение прекрасно. Если ты выиграл, если ты лучший, то это замечательно. Отлично. И мы хотим, чтобы вы рассудили наш спор. Все-таки физические лица или юридические. Напишите, с кем вам больше нравится работать и почему. Давайте посмотрим и проголосуем.